Блядь, когда отвык от этой хуйни, вообще как-то, блядь, аж раздражает, да? Как будто лишняя эта хуйня. Димон! А как мы едем? Ну, в смысле, мы ждем где-то там. Ну, будем, да, мы будем видеться, там далеко нет. Макс, камера снимает? Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Димон, ты уже обратно? А как так? А, ты поехал это, я понял. Ты поехал сразу, когда выехал через дорогу с правой стороны, а я в левую поехал. По полю влез. Там было влево, да? А хуй знает, я постоянно путаюсь. Бля, я там стал, подумал, потом вспомнил, что я с леса оттуда ехал когда-то. Подевак. А он на первом бревне отрыгнул, там завис, и все, я поехал. Ты его можешь встретить сейчас на этой петле. Мне кажется, он трассы не знает. Блять, а цепь, блядь, только что еле одел, все перчатки вымыл, сука. Да? Там такая макушка будет сейчас острая такая, ее разрыли там пидоры. Ну. И такой корень сверху, как, ну... Короче, он как, блядь, как причал такой заостренный. И поджало где-то видно, я газанул, и не понимаю, не ехает. А. Потом смотрю, ёпта, цепь. Забишь, что звезду 13-ю поставил, не зажевала между слайдером, на 12-й зажевала, понял? Прикольно. Ладно, просто в обратку буду ехать тогда по-другому, да и все, да? Ну. Далеко он? Кто? Ух.
Ну давай. Видишь? Проблема. Если нам пробовать. Как дальше? И что? Ну что, ага.
Я помню сюда. Вот сюда вообще, да?
Thank you.